Человек. Вдумайтесь в эту цифру. 27 тысяч человек. Это население небольшого города. Просто представьте, что каждый год погибает население небольшого города. Это похоже на войну, в которой ежедневно гибнут люди, часто невинные. 27 тысяч человек в год. А ведь каждый погибший — это чей-то родственник, близкий человек, без которого чья-то жизнь не стала такой, какая была раньше. В итоге мы получаем сотни тысяч людей, которых затронула проблема дорожно-транспортных происшествий. В память о жертвах ДТП объявляется минута молчания. Просьба всех встать. Пьяный водитель отремонтировал автомобиль своих друзей, решил его катать. Он на пути встретил пешехода, который двигался по проезжей части. Более 10 метров он протащил его на капоте. И только сугроб возле частного дома остановил автомобиль. Пешеход погиб на месте. 30 апреля на автодороге обход села Покровская водитель автомобиля Mitsubishi Outlander обгонял автомобиль по правой обочине. Затем он пытался вернуться на свою полосу. Возможно, что водитель переутомился и уснул за рулем. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, затем съехал с проезжей части, опрокидывание допустил, и его нашли в 15 метрах от автомобиля. Увезли в больницу. Умер в больнице. 9 мая в селе Писанец 27-летний водитель вместе со своими друзьями, возвращаясь из увеселительного заведения поздно ночью, на опасном повороте не справился с управлением, съехал с проезжей части и опять же допустил опрокидывание. Он вез на переднем сиденье хозяина автомобиля, которому было 21 год.
Водитель и пассажир выпали из автомобиля. Они погибли на месте. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали еще двое человек. 4 октября на улице Уральской водитель Аким заметил пешехода, который шел рано утром, в 5:30 утра. Он передвигался по проезжей части. Было темно. Водитель не успел предпринять никаких действий, чтобы не наехать на пешехода. Пешехода госпитализировали в больницу после наезда. Через 2 дня пешеход умер. Никто не хотел умирать. Хотелось бы еще сказать о двух шокирующих факторах ДТП, в которых виноваты пьяные женщины. 18 мая на улице Достоевского пьяная мать везла своего ребенка. Девочка была в кресле. Мать на перекрестке не заметила стоящий КамАЗ. Она просто сдвинула его с места. Девочка находилась в детском кресле сзади. От удара она даже сломала подголовник переднего кресла. Девочка получила серьезные травмы. И буквально недавно, 30 октября, пьяная женщина-водитель, которой 27 лет. Кроме того, она является учителем начальных классов. Она была лишена права управления уже за такое же нарушение, за то, что она управляла в таком состоянии. На автодороге Артемовский Буланаш она выехала на встречную полосу и встретила вазовскую модель автомобиля. Произошло столкновение, в результате которого 2 человека пострадали. Ее передний пассажир и водитель автомобиля ВАЗ. Учитесь на чужих ошибках. Большинство из вас это либо будущее, либо, возможно, уже действующие водители. По моим наблюдениям, большинство аварий с тяжелыми последствиями, с гибелью людей, с их инвалидизацией, приходится как раз на те аварии, где участниками являются как раз люди вашего или немножко более старшего возраста. Вы еще не задумываетесь о ценности жизни, о том, что жизнь можно потерять буквально в считанные минуты, в считанные даже секунды. И очень обидно, когда погибают молодые люди, еще не пожившие, еще не успевшие чего-либо сделать. Я вас призываю быть очень осторожными, думать о последствиях, включать голову. 27 тысяч жизней, 27 тысяч семей. Сегодня мы посмотрим на одно из таких событий не со стороны статистики и цифр, а со стороны человеческой жизни. Со стороны 8-летнего Никиты. Никита рос веселым, добрым и хорошим мальчиком, который в свои 8 лет ходил на карате. Хорошо учился и радовался жизни, но одно событие резко изменило все. Это событие произошло 30 июня 2015 года.
Я подбежал к ребенку 2 года, который с мамой хотел помочь, а потом увидел, что второй ребенок, где 7 лет, который постарше, он под машиной лежит, придавленный. Ну, мы с мужиками подбежали, подняли машину, отодвинули, ребенка маленького вытащили и все, и оставили ждать скорую помощь. Я сотрудник госавтоинспекции города Екатеринбурга, который был непосредственно на месте этого ужасного происшествия. И те последствия, которые я увидел, знаете, меня удивила одна единственная вещь. Просмотрев тот путь, по которому двигался этот водитель, в сердце у меня ёкнуло. Ёкнуло от того, что ничего не смогло его остановить. Ни поребрик, ни бордюрный камень, ни дерево, ни колодец, который довольно-таки высоко был над уровнем земли. И остановился он только тогда, когда вот эта машина и та плита, которая была за ней, вот это было единственное, что смогло его остановить. И подойдя непосредственно уже к месту столкновения, у меня, знаете, навернулись слезы на глаза. Почему? Объясню. Вот это, я не знаю, пятно крови, которое на бетонной плите было, и я его увидел, и я представил, как ребенок оказался между многотонными железными машинами и этой многотонной плитой. Я подумал, ну у меня ведь тоже есть сын. И он ведь мог быть и на его месте. И знаете, водитель не мог ничего сказать. Почему, зачем, как. Но скорость, с которой он двигался, она была, видимо, настолько вот, я не знаю, ну, превышала намного то, что положено двигаться в населенном пункте, на данном участке дороги. Потому что до этого было ограничение скорости, так как там был крутой поворот практически под 90 градусов, но его этого не остановило его. И вот те мысли, которые возникали у меня, они не дают мне покоя до сих пор. Зачем? Вот зачем нужно было садиться за руль? Ведь у него у самого, если посмотреть, у него в машине у самого были, я не знаю, вещи, которые также принадлежат детям. Чем думал человек? Я не знаю. У меня нету ответа на этот вопрос. И он тоже не мог дать ответа на этот вопрос. Зачем? И вот такие моменты заставляют задуматься, в первую очередь, нас самих. Задуматься, а стоит ли это делать, а для чего это вообще нужно, и что, к чему это может привести. Спасибо. Всем здравствуйте. Я врач, детский врач. В этом году в 9-й детской больнице будет 30 лет. И вот 30 лет, работая в этой больнице, поневоле чувствуешь, как всю боль города везут к нам. Каждый год, вдумайтесь, за последние 3 года к нам привозят 50 детей, выпавших с различных этажей. На пустом месте возникает трагедия, которой могло быть не быть. Каждый день к нам привозят в больницу детей с того или с иного транспортного происшествия. Они бывают разные. От маленьких ссадин до тяжелых детей, которых мы тут же поднимаем в реанимацию и начинаем ими активно заниматься. Вот кажется, что мир тихонечко выключается, как закрывается машина скорой помощи, дверь, как закрывается дверь в реанимацию или в саму больницу. И все начинается по-другому. И ничего не изменить.
особенно страдает обычно нервная система, она не может терпеть долго гипоксию, долго не может терпеть нехватку кислорода, и мозг начинает гибнуть. И вот само по себе самое страшное, что если мышцу мы сможем сшить, если мы сможем восстановить целостность кости, то мозг мы не сможем восстановить практически не всегда. И мы вынуждены помогать таким детям очень долго, таким людям очень долго. Так получилось и сейчас. Малыша привезли к нам очень давно, уже получается целых 2 месяца аппарат за него дышит, потому что малыш не может сам дышать. Да, он жив. Когда по статистике нам обычно показывают, что пришло землетрясение или пришло какое-то событие, и столько-то пострадало значительно, а эти-то выжили, не факт, что они вернулись к своему исходному состоянию. Они могут жить и очень долго жить, если мы будем за ними ухаживать, но за них будет дышать аппарат, за них будет активно работать аппарат, который обеспечивает сердцебиение. И вот на сегодняшний день я всегда возвращаюсь к тому, когда говорю о том, насколько хрупкая жизнь. Когда ты видишь страдания людей каждый день, ты не становишься жестче, ты начинаешь наоборот понимать, насколько чужое лихачество, совершенно чужая какая-то необоснованность может сделать так, что ничего изменить будет нельзя. Поэтому малыш внешне выглядит как обычный мальчик, как будто он спит. Но сон это такой, который, в общем-то, нам его не удается сегодня разбудить, и это будет, скорее всего, очень долго. У нас есть дети, которые живут 700-800 дней именно за счет того, что за них дышит аппаратура. Я призываю вас, как детский врач, это я сегодня перед вами в костюме, так-то я хожу, конечно, и в халате, и в этом отношении обычно пропагандируем только одно – берегите себя. Думайте о том, что ваше лихачество, ваше участие перед собой или перед другим человеком может вернуться так, что мы ничего изменить не сможем. Всего вам самого хорошего. Берегите себя. Я мама ребенка, который пострадал 30 июня в резонансном ДТП. И этот день был последний солнечный в моей жизни. Мы приехали с сестрой, припарковались, стали из машины выходить, так как три удерживающих устройства в машине, то есть для каждого ребенка, пока отстегнули, начали выходить. Не видели ничего, не слышали, по крайней мере, я. Вот. В это время произошел удар. 2 секунды ушло у пьяного водителя, чтобы покалечить моего ребенка. 2 секунды на то, чтобы сломать и перевернуть нашу жизнь с головы до ног. 3 месяца я не живу. Я просыпаюсь утром, думаю о нем. Как он? Жив ли еще? Что делают врачи? А врачи делают очень много. Семь дней ребенок был в коме. Закройте глаза на секунду. Закройте глаза. Все. Положите руку себе. Чтобы не видеть ни света, ничего не видеть. Я вас очень прошу. Попробуйте. Попробуйте не шевелиться. Через месяц у вас атрофируются все мышцы. Перестанут сгибаться руки, ноги. И дышать за вас будет не ваши легкие, а аппарат искусственной вентиляции. Сегодня ровно 3 месяца, как живет так мой ребенок. Как живу я, никто не знает. Открывайте глаза. Страшно? Страшно? А теперь представьте, что испытывают ваши мамы, когда вы болеете, когда с вами что-то случается, когда вы делаете то, что вы не должны делать. Больше всего пугает состояние неизвестности. Меня больше, как мать. Если бы он умер сразу в тот день, на том месте, истекая кровью. Правильно вам сотрудник ГИБДД сказал? Он лежал на бетонной плите, которая просто, а кровь плыла по этой плите. И это зрелище было, я каждый день ложусь спать, закрываю глаза, и эта картина у меня стоит перед глазами. Каждый божий день. Ребенок, истекающий кровью. И осознание того, что ты ничего не можешь сделать. Ничего от тебя не зависит.
Это зависело от того человека, который пьяный сел за руль и решил судьбу. Судьбу 8-летнего ребенка, который был совершенно здоров, 2 года практически вообще ничем не болел. Он занимался спортом, вел активный образ жизни. Как сидеть и любил играть, гулять с друзьями. Сейчас друзья в школе, одноклассники, рисуют ему рисунки, которые я не знаю еще, когда передам своему сыну. И это очень больно. Ну и напоследок мне хотелось бы сказать, чтобы вы всегда помнили, что от вашего действия или бездействия зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других людей. Что дальше будет с этим мальчиком, не готов сказать ни один врач. Никита сейчас старается выжить. Виноват ли он в этом? Что случилось? Так, действия одного человека приводят к беде другого. У каждого из вас есть мечты и планы на жизнь, которые могут разрушиться в одно мгновение. Давайте помнить каждую минуту, каждую секунду. Только лишь одно нарушение ПДД уже может привести к страшной трагедии. Жизнь – реальная трагедия. У каждого из вас есть родные и близкие, которым вы дороги. Пожалуйста, помните об этом всегда. Ведь только вместе мы сможем решить эту общую проблему. Проблему нарушения правил дорожного движения. Берегите себя. Спасибо за внимание. Какие впечатления у вас оставило мероприятие? Пишите в нескольких словах. Ну, это было очень трогательно. Я чуть не заплакал от того, как Никита попал в такую аварию. Ну, конечно, это очень страшно, когда водители садятся за руль пьяные и шибают так много детей, пожилых людей, родственников наших, друзей. Жалко всех, кто погибает. Вот это так. Пусть не заплакала. Что вы скажете своим родителям, когда придете домой? Скажу, чтоб они учились на чужих ошибках, не совершали таких. И я рад, что мои родители не садятся за руль в нетрезвом состоянии. Что вы будете делать для того, чтобы не было ДТП? Буду соблюдать правила и всегда буду думать, садясь за руль автомобиля. Какие впечатления у вас оставило мероприятие? Пишите в нескольких словах. Печальные, грустные. Ребенок пострадал по вине пьяного водителя. У ребенка все будущее сломано. Что вы скажете своим родителям, когда придете домой? Чтоб не садились пьяным за руль, пропускали пешеходов. Чтоб не нарушали правила дорожного движения. Что вы будете делать для того, чтобы не было аварии? Ну, буду соблюдать правила дорожного движения и никогда не ездить в машине не в трезвом состоянии. Что вы будете делать для того, чтобы не было ДТП? Смотреть по сторонам, беречь близких, как-то наблюдать и все. Внимательно быть на дороге, все главное.